Реаліті-експеримент «Панянка-селянка» продовжує переплітати долі кардинально не схожих між собою особистостей. Панянка – творча натура, яка вариться у світі шоу-бізу, брендів та не відмовляє собі ні в чому. В місяць я можу потратити кілька тисяч доларів. Та селянка, яка всі свої скромні статки витрачає на дітей. Я себе не балую нічим, я не можу собі дозволити того. Цілих три дні вони мають витримувати нові ритми життя одна одної. А чим ви здіваєтесь за мною? Займатися роботою, про яку досі нічого не знали. Я тут толком ніколи не готувала. Прийшлося експериментувати. Я виросла для огорода, ну і для салону. Та відчути емоції, яких обидві не очікували. Кошмар, що це туалети? Та не знімайте відео, ну, блін. Цей експеримент не залишить вас байдужими. Домой хочу. Київ – місто, яке ніколи не засинає і не стомлюється. У такому шаленому ритмі столиці живе тендітна квіточка, яка заробляє на життя піснею. Мене зовут Марія Росінська, мені 24 роки. Я живу в центрі города Києва. У мене двокомнатна квартира білого цвіту, дизайнерський ремонт, стиль хай-тек. Це моя основна велика кімната. Я їжджу на машині з водителем, тому що не люблю сама цього діла. Я пишу песни на продажу и таким образом зарабатываю себе на жизнь. Я пока только планирую выйти на большую сцену. Много лет я беру уроки вокала. В месяц я могу потратить несколько тысяч долларов. Я люблю шопинг, конечно, как любая девушка. Иногда мне хочется, и я могу спустить все. Это платье Gucci, которое идеально сидит на моей фигуре. Филипп Лейн, оно стоит где-то 17 тысяч гривен. Этот комбинезон я пошила сама. Я слежу за своей внешностью. 5 раз в неделю занимаюсь бодибилдингом с тренером. Я очень люблю массажи, а также процедуры по уходу за волосами. На уход за собой я трачу очень много денег. Я люблю веселиться. Я встречаюсь с друзьями, ходим в рестораны, иногда ночные клубы. Иногда они затягивают меня в караоке. Решила принять участие в этом проекте. Ты готова на такие риски? Попробую, значит. Маш, ну я тебе желаю удачи, на самом деле. Я думаю, ты справишься. Этот проект для меня – это проверка на прочность. Я никогда не доила корову, не копала огород. Мне хочется попробовать. Тяжело ли это? Как это? Ізюм. Містечко із дуже солодкою назвою. Та для нашої героїні життя там має присмак далеко не шоколаду. Меня зовут Глазенко Евгения Александровна. Мне 25 лет. Живу я в городе Ізюмі. По суті, це село. Всі друг друга знають. Живу я з мужем. Дочці 6 лет. Сыну 8 лет, Владик. Живем мы в полтораэтажном доме. У нас 3 комнаты. Вот это наша гостиная. Ребенок сейчас пропадает здесь за компьютером. Школа ему нафиг не нужна. Это наша кухня. Мы здесь с дочкой проводим больше времени. Мне муж подарил цветочки. А вообще обычно я сама себе дарю цветы. Это наша спальня. У меня любимые игрушки мои. Я с детства мечтаю мишку в мой рост. Муж у меня говорит, что я в детство впала. Здесь мой маленький гардероб. Это платье я купила на выпускную к ребенку за 500 гривен. Это самое дорогое платье, которое у меня есть в гардеробе. Эту юбку я покупала для того, чтобы ходить на речку. Стоит она 250 гривен. Больше у меня вещей нету. Я себя не балую ничем. Я не могу себе позволить этого. У меня все деньги уходят на детей. 16 лет у меня было, когда я забеременела. Вышла замуж. Уже как бы 10 лет живем вместе. Муж начал пить, когда свадьбу сыграли. Начались проблемы, начал обижать. И когда ребенка с больницы выписали, а он меня избил. Дети у меня боялись, кричали: папа, не трогай маму. Зашуганные были
до ужаса. Пыталась на развод подать, но испугался того, что я уже забрала детей. Говорю, я не вернусь за тебя, пока ты не закодируешься. И он пошел кодироваться. Я признал свои недостатки. Я теперь не битая. Если он запьет, я его брошу. Считаю, что я изменился. Зарабатываем мы на огороде. Сейчас мы выбираем огурцы, картошку начинаем копать. Продаем это все на рынке. На 3,20. Возьмите. В месяц мы зарабатываем до 1000. Дома живности нету. Ездим до бабушки, у нас там куры, бройлеры. Они мои самые лучшие друзья. Хорошие мы, хорошие. Я в свои 25 лет считаю себя бабкой старой. Я никуда не хожу. Мама моя не молода. Ну, хочу молодой стать. Очень хочу быть счастливой. Я устала просто от этой жизни такой. Хочу новую жизнь. Очень хочу. Ну все, солнышко, пока. Пока. Не плачь. Чисто. Я думаю, что ей там жизнь понравится лучше и больше там и не захочет она возвращаться к нам назад. Дівчатка, ну ми експериментувати з вашими життями. Починає Маша на Харківському вокзалі з великою валізою та цікавими завданнями на день. Привіт, Марія! Вітаю тебе у Харкові. Проте живу я в маленькому містечку Ізюм. Дістатися туди ти зможеш автобусом. Мій чоловік зустріне тебе. Ага, у мене є чоловік. Твій бюджет на сьогодні складає 50 гривень. Я розтерялась і, чесно говоря, не знала, як доберусь до цього Ізюма. Зарано ти починаєш скиглити, сонечко. Ще навіть не спробувала квиток у касі купити. У 8.35 буде автобус до Ізюма. А скільки туди буде стоїти дорога? 76-75. Я в чужому місті, 50 гривень в кармані. А куди я можу за 50 доїхати? Хорошо. Люди на мене смотрели, як на чоловіка з другої планети. Так неудобно. Трусит весь автобус. Как относитесь к украинским песням? Край дороги не рубай, то болю. Очень у вас красивый голос. Мы влюбились. Как в автобусе было весело, мужчины очень приятные. Рано чи пізно все хороше закінчується. Для тебе кінець – це зупинка біля села Глинське. Ой, що ж делать? Стойте. Не повелись. Я не знаю, что ли, раздеться так. Девушка в ярком коротком платье посреди дороги. Пожалуйста, остановитесь. Здравствуйте. Изюм довезти. Можно? Спасибо. Сьогодні твій день, паняночко. В Ізюм з комфортом домчала. Да, спасибо большое. Да. Все. Ой, приятно было. Я была приятно удивлена, что очутилась в городе именно, а не в сельской местности. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сережа. Я Маша. Женин муж. Очень. В ближайшие 3 дня вы будете жить у нас. Понятно. Я растерялась. Видно, что наблатыкана, как сказать. Ну, у вас и чемодан большой. Да. Что вы туда наложили? Я офигел, когда его увидел, что можно туда было наложить. Держишься? Все. Я с раздвинутыми ногами, держа ими чемодан, пару раз чуть не свалились. Поездочка была очень экстремальная. Привет! Меня Маша зовут. Владик. Маша. Класс. Я буду вашей новой мамой. Тетя Маша мне сподобалась. Она красива. Я люблю детей, но к детям нужно быть готовой. Поки панянка готується до дитячих вибриків, Женя виходить на Київському вокзалі на зустріч розкішному життю. Привіт, я Оля, подруга Маша. Женя. Очень приятно. Взаимно. Ну что, я тебе покажу новую жизнь и квартиру Маши? Красивая, симпатичная девушка на красивой машине. Но я вообще не думала, что это за мной. Ты первый раз в Киеве или уже была до этого? Первый раз. Испугалась этих машин, дорог. На всю жизнь запомнится эта поездка. А чем Маша занимается? И сейчас, я знаю, она записывает свои песни. Интересная жизнь. Я с детства мечтала танцевать. А сейчас как бы
не та фигура, чтобы танцевать. Ты умеешь водить машину? Есть у тебя права? У меня машина сбивала. Я после этого машин боюсь ужасно. Серьезная авария получилась, да? Мама думала, что я не выживу. Я год заново училась ходить. Мне показалось, она девочка смелая, и рано или поздно она поборет этот страх в себе. Мне было приятно, что она меня поняла. Вот мы и приехали. Угу. Это твой новый дом будет? Большой. Большой. У меня был шок от того, что дом сильно высокий. Я не представляла, как я зайду и на 10-й этаж поднимусь. Далі на ваших екранах. Які враження у дівчат від нових домівок? Просто атмосфера тяжела, все. Я не привикла к таким условиям. Як панянка дітей годувала? Тісто не одріжеш. А селянка відривалась на повну. Ви не можете цього пропустити, бо ж далі найцікавіше. Поки чоловік Жені повіз дітей на прогулянку, нова мама починає огляд своїх володінь. Хорошо живет на свете Винни-Пух, а то поет она эти песни вслух. А. О, да. Вонь нереальная, оборванные обои. Буду ходить в огород. Это печально. Класс, помидоры. Я не против на огороде поработать. Может, загорю хотя бы? Ну, звичайно. Це ж знаменитий курорт у місті Ізюм. Називається Город-Біч. Ще встигнеш насолодитися. А тепер заходь у свій дім. Киса, привіт. Что так вкусно пахнет здесь. Ой, боже, обед меня ждет. Неплохой кабачок. Меня обрадовал жест мужа. Он ждал моего приезда. Это приятно. Что здесь? А здесь грязная духовка. Кухня мне показалась очень грязной. У меня дома стерильная чистота. О, неплохая комната. Как давно это было? 200 салатов для похудения. Голодание, очищение, похудение. Опять голодание. Но это надо не читать, это надо делать. Женя немного помешана на похудении. Ой, здесь спальня. В доме не чисто. Мне, конечно, тут не очень будет комфортно спать. Постельное белье старенькое, пошарпанное. Ну, я бы такое не одела, наверное. Никогда. Это полная безвкусица. Обувь должна быть чистая, как по мне. Хоть гардеробами не поменялись, слава богу. Я была расстроена, что мне же придется здесь жить 3 дня. Ой, якась ти, Маша, балована. Тим часом у Києві селянка заходить у свої нові апартаменти. Та ще навіть оглядітися не встигла, одразу до завдань на день. Привіт, Женю. Вже ввечері Київ тебе зустріне відмінною тусівкою. Бюджет на сьогодні 4 тисячі гривень. Я стільки денег не держала в руках. Тепер ти знаєш, що на тебе чекає. Можеш і хороми роздивитись. В світлій квартирі жити нельзя. То все буде чорне. Тим більше з дітьми. Така печка. Як вона працює? Ой. С такой плитой можно и голодной остаться. Кухня в зале, это, ну, мне не нравится. Тут очень красиво. Я бы такое дома хотела. Шикарный душ. Как он включается? Ой, ой-ой! Ну, душ я до сих пор не разобралась, что тут. Ой, ничего на раньше. Фу, вонючий. Надо посоветовать ей другой запах. Шкаф большой такой. Столько вещей. Мне одной полки хватает. Вот такое по нашим дорогам как раз супер. У нас такие кофточки можно купить на рынке за 35-40 гривен. Стремные. Пильпс, пайн. Я не знаю эти названия, и мне как-то неинтересно. Атмосфера тяжелая, все. Не могу к этому привыкнуть. Да не снимай ты меня, ну, блин.
У меня не было настроения никуда идти, потому что я очень сильно устала. Я хотела домой. Ну нічого ж собі. Неймовірно, як розкішне життя стомлює. Аби ж тільки на цьому не закінчився реаліті-експеримент для Жені. А от в Ізюмі час вечеряти. Нова мамо, до плити. Привіт! Привіт! Діти, це завжди весело і занімательно. Що ми сьогодні будемо готувати? Піцу. Я пиццу толком никогда не готовила. Я понимала, что они тоже не знают, как это делается. Я там заметила у вашей мамы книги по похудению. Похудеть хочет? Да. Да, и что она делает? Она ничего не делает. А я знаю, как похудеть. Как? Один огурец и чуть-чуть внимание. Молока. Намотуй на вуса, лялечко. Сільська супердієта не для слабаків. О, молоко збіжало. Надо виключити, да? Тетя Маші треба навчитися готувати. А, мене не трогайте. Я збіжала, це точно. Отріж мені половинку. Фу! Він пропав. Мерзкая гадость. Короче, мне показалось, что воспитанием сына особо никто не занимается. Он не получится вообще без рожи. У нас все получится. Я в глубине души понимала, что биться может не получиться. Вы были когда-то на морях? Да. На водохранилище. И на губе. А что такое губа? Губа – это море. Я так поняла, что они на море никогда не были. И да, это грустно. Нравится ли жить вам в этом городе? Да. А в Киеве вы бы хотели пожить? Нет, там скучно. Жене не мешало бы свозить куда-то детей. Это грустно, когда у них ограниченное желание. Тетя, можно вы нам поете? О боже, какой мужчина! Да, это моя любимая песня. Любимая? Давай эту песню. Давай. Раз, два, три. О боже, какой мужчина! У тети Маши лагерный голос. А теперь ставим в духовку. Открывай. Поставити в духовку поставила. Ну что, дети, мы все сделали, мы молодцы, мне кажется. Теперь нам нужно отмыться. А кто вытягать будет? Вже дым валить. А новій мамі хоч би що. У кухні дуже воняло. Слышала этот горелый запах, я очень расстроилась. Мама никогда без не подгорает. Фу. Ну, все-таки нормально. Нормально? Попробуйте. Да. Тесто не отгрызешь. Тесто такое, как для разработки челюсти. Мой первый день был активный. Мне хотелось быть мамой, мне хотелось своих. Для Жені перший день не закінчено. Вона прямує на зустріч з подругами панянки в один з найкращих пляжних клубів столиці. Я Женя. Поліна. Я Лена. Приятно. Все такі красиві ходили, а я була не готова. Прикольно. А де ти живеш? В місті Ізюм. Как ты там проводишь твое время? На огороде. Вот сразу впечатление какое-то, что человек хороший, абсолютно открытая такая. Необычная. Не строили из себя там всяких таких принцесс. А ты замужем? 16 я уже родила и да, я замужем, у меня двое деток. И как я люблю говорить мою любимую фразу, детей не бывает, но оказывается бывает. Может, в таких маленьких городах это и нормально. То он ревнивый. Да, да, ужасно ревнивый. Да. Ну хоть не без всяких там побоев. Побоев. Да, было. Не хочу об этом говорить. У меня вот мурашки по коже. Я против насилия. Я считаю это глупо, терпеть это. Так, чтобы пообщаться так легко, у меня такого никогда не было. Конечно, надоело такая жизнь. Я за свои 25 лет нигде не была. Опешила, просто ты живешь в какой-то своей ракушке, как улитка. Давай начнем за твой дебют, можно сказать. Ну да, за то, что ты решилась. Это так интересно на самом деле. Девчатка, годі сидіти. На вас чекає концерт справжніх зірок української естради. Я рада, что Женя вырвалась наконец из своего обычного круга вот этого и отдохнула. Вечер мне очень понравился.
не відказалась би ще погуляти так, і не раз. Перший день закінчено. Дівчата отримали свою порцію емоцій, позитивних і не дуже. Друга порція вже скоро, але перед нею треба гарненько відпочити в нових ліжечках. Другий день реаліті-експерименту починається в Ізюмі. Тут солодко потягується спляча красуня Марійка. Доброго ранку, Маша. День починається так рано, адже сільський фітнес – спорт для ранніх пташок. Що таке сільський фітнес, мені цікаво. Після вирушай на базар торгувати. Будь пильною, там велика конкуренція. Надо бути на висоті. Сьогодні залишаю тобі 20 гривень. Марійко, збирайся і на курорт. Городи картопля довго чекати не будуть. Привет, Маш. Привет. Что-то ты долго спишь. Да, я привыкла. Такой наряд у тебя. Женя постоянно в таком наряде не ходит. Да, девушка всегда должна выглядеть на высоте. Вид у нее, конечно, был не для копания картошки, это 100%. Одразу после невеличкої паузы. Як панянка картоплю копала. Красивая, да, высокая. А Женя спортом займалася. А где вы издеваетесь надо мной? Які конфузи чекали Машу на ринку? Украли огурцы. Парень пришел, забрал. Розкішний спа-догляд для селянки. Я виросла для огорода, но не для салона. Та пірнатий сюрприз для пані. Их боюсь, не могу. Справжні емоції тільки на ТЕТ. Домой хочу. Нічого собі. Маша вже розуміє, що курорт в селі далеко не Мальдіви. Ногою так придавлюю лопату. Сильніше. Земля така. Оп. Грязь, лопата, неудобна обувь, жара. А ви продаєте, так, цю картошку? Так, да, так, да, продаємо. І що? Скільки там? В день где-то гривен 200-250. Горбатиться целый день, но не стоит того. Копала на картошку, как фифа из города. А сколько ты зарабатываешь в день? Ой, у меня не в день. Я песню написала, продала, могу заработать сразу 2500. О, много. Чтобы заработать 2500 долларов, надо работать полгода где-то. Твоя ест картошку? Ест все, макароны, картошка. А ты доволен ее фигурой? Я доволен. Сергей все-таки хочет, чтобы Женя похудела, просто стеснялся до конца себе в этом признаться. Оцени меня по 10-бальной системе. 10 баллов. Спасибо. Если бы она жила тут у нас, конечно, парни, наверное, табунами бегали за ней. Сереж, так жарко, я уже не могу. Так что, тебе можно со шланги полить немножко? Ну, давай. Когда она разделась в купальнике, конечно, офигела. Красивая, да, высокая, стройная. Ну что, Серега, может, хватит? Да, хватит, я думаю, достаточно. Поехали на базар. На будем базар? Продавать. Продавать? Да. Никогда не думала, что мне придется торговать на базаре. Для Жені в Києві другий день тільки-но починається. Виспана та задоволена селянка з охотою читає нові завдання. Доброго ранку, Сонька. Ти маєш бігти на тренування. Спасіба, Маш. А надвечір на тебе чекає захоплюючий дух сюрприз. Залишаю тобі 5000 гривень. Машенька, як же я це люблю. Як легко завоювати твоє серце. Вставай, Сонько, на тебе чекає персональний тренер Маші Володимир. Сьогодні ми будемо з вами займатися в тренажерному залі. Тренер взагалі лапочка такий. 80 кілограм. Ну, як ви бачите, по вас займатися в залі є? Це не так, там накручено. Ай, мамочка, мені больно давить. Ще раз. Ще раз? У меня ноги до такой степени тряслись, что я думала, сейчас и эту трубу вот эту уроню. Выжимаем.
Толкаем. Жмем, жмем. Было страшно, что можно ноги не выдержат, и оно грохнется на меня. Вы быстрее восстанавливаетесь. Сопротивлялась слегка, но в целом с улыбкой продолжала там выполнять все. Я сейчас упаду. Все? Вы считаете? Я сбилась. Мне было тяжело так, что я дышать забывала. Если она захочет, то сможет похудеть и тренироваться спокойно. 12 раз сделаем. Ой, мама, вообще вы издеваетесь надо мной. Боже, очень плохо. Может, я не буду 100? 77-100, правильно? Да. Меньше? Меньше. Но ей было достаточно тяжело, но Женя справилась с заданием. Маша, огромное спасибо. На Харківщині до Ізюмського ринку вже під'їздить панянка Маша. З повними клумаками викопаної непосильною працею картоплі. Чуть не перевернулись. Я боялась вообще эту картошку растерять и как бы не растерять себя где-то по дороге. У вас место свободно? Свободно. Можно встать, да? Здравствуйте. Становись. Вот тебе кантер, пакеты, огурцы, картошка. Цена огурцы 12, картошка 10. Я засмущалась. Зелененькие огурчики, кому надо. Я могу привлечь внимание на сцене, но я не могу привлечь внимание на рынке. За место, девочка, 10 рублей. Да. Как это за место? 10 гривен, не за место. Не торговалась. Я еще ничего не продала. Денег у меня не было. Я растерялась в крае. Давайте я вам спою. Понятно. Ты, чтобы меня с работы выгнали. Нет. Ладно, сегодня день торговли, и вы уже поздно пришли. А ну, послухаем песню. Край дороги не рубай тополю, краще принеси її води. Ой, ну ладно, напишу їй. Я поняла, що даже на ринке баяні играет большую роль. Чи то твоя чарівність, чи просто безкоштовний концерт по заявках? Огурчики по 12. Ну, ступіть, я возьму. Ну, давайте, я вам сейчас принесу. У меня хотят купить огурцы. Огурцы забрали. Украли огурцы? Как можно могут украсть огурцы? А вот это в пакете у вас что? В каком пакете? Вот в этом. Одежда? А думаете, что я ваши огурцы украла? Я понимаю, если украдут там телефон, машину, но не огурцы. А вам не нужна картошка, да, если вы купите? Ну, давайте килограмм. Я решила, если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. По 20. Я по 10 килограмм. Там по 20 килограмм. Нет, ну как? По 10 дорого. Мне как огурцы украли. Надо хоть что-то деньги. Жена будет ругаться. Даже за 2 гривны и за картошку готовы были удавиться. Что не хочет брать? И спою вам песню. Да, давайте лучше споете, а картошку я брать не буду. Вона мені сьогодні подзвонила. И я пожалею. Понимаете, какая судьба у меня нелегкая? Покупай, Вань. Ну все, килограмм. 10. Спасибо. Концерт продолжается. И билеты, здається, расходятся, как горячие пирожки. А просто денег дадите мне? Да. 20 гривен дадите? 10. Ой. Долго я не верила, а он торопил. Спасибо. Я не ожидала, что в Изюме можно просто так получить деньги. Спасибо. Ура! Наконец-то я все продала. Просто так зі співами та танцями панянка продала усю бульбочку. Оце молодчинка. Привет. О, привет. Ну что? Мне 2 новости. Одна плохая, одна хорошая. Говори, какие новости. Я продала всю картошку. А, молодец. И меня украли огурцы. Ну ты даешь, Маша растеряешь. Ну, давай посчитаем денежки. 102 гривны. Ну, в день мы зарабатываем как бы в 2 раза больше, чем Маша. Я думаю, что с нее продавщица не выйдет. У Києві Женя прямує в салон краси на карбоновий пілінг. Це інноваційна процедура для омолодження та очищення шкіри. Мені вже страшно. Я буду спати. Закончу, не розбудіться. Да, это абсолютно не больно, не бойтесь. Чого переживала? Женечка, а как вы ухаживаете за своей кожей? Как вы умываетесь?
процентом. Да, мылом. Это ужасно, это вообще недопустимо, потому что она пересушивает кожу. Все тратится на детей, мы ради детей живем. И на себя как-то не можно спать. Да, вам нужно спать. Во время процедуры вы, ну, такое легкое покалывание, и ощущение тепла будет, не больно. Это очень скованно. Видимо, часто такие процедуры бывают. Начинаем. Да, припекает такое. Такое, как ток бьет. Я выросла для огорода, но не для салона. Муж мой был бы в шоке. Сказал, ты дурочка. Я сначала подумала, что она мне хочет испортить кожу. Кожа мягче стала. Прикольно. Спасибо. Мужественно преодолела процедуру. Все прошло хорошо. Посвежело лицо. Не такое было замученное. Мне понравилось. Насолоджуйся, сонечко. Ти цього варта. В Ізюмі Маша прийшла допомагати свекрусі селянки. Здравствуйте. Здравствуйте, Машенька. Значить, у нас є кури, і ми їх продаємо. Їх треба взвесити і помити від блох. Вони не кусаються? Ні, вони не кусаються. Вони тільки клюються. Привіт, кури, привіт. Іди ко мені, я тебе помою. Я не могу, мне страшно. Я очень брезговала к ним даже дотрагиваться. Хватай. Ну это кошмар, это трэш. Я не хотела покусанных рук, я не хотела еще, чтобы сломались все мои ногти. Я их боюсь, не могу. Иди сюда. За крылья бери. Иди, хороший мой, так и не улети. Прошу, хоть один, дорогой. Ничего себе. Здається, курка-чеботурка, як сором'язлива панна, не хоче спокійно важитись. Кому ж сподобається, що про твою вагу розкажуть усій країні? Давай, помоем тебе хорошенько. Стоп, 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 кура, курка, курка, курка. Ура. Одна есть. О, он какой большой, сопротивляется еще. Потом я уже вошла во вкус сейчас. Ладно. Что ты кричишь, дорогой? На голову одевай ему. На голову? Вот так. Она так держала ногами, как профессионал. Петух, давай. Ох, ты такой большой, капец. Мыть кур – это, как по мне, бестолковое задание. А сколько их тут штук? 60. Кошмар, боже, 60. Это был шок. Я подумала, сколько же времени мне займет этот процесс. 2 дня. Все, я не могу уже этих кур ловить. Я бы справилась с этим заданием, но мне было на самом деле лень. Марійко, Марійко, не упоратися с таким простым завданням. Як ти тепер куркам в очі дивитися зможеш? А в столиці на Женю чекає дещо екстремальне. Привіт, Женя. Меня зовут Рая, я Машина подруга. И сегодня мы подготовили для тебя очень интересный сюрприз. Поездка над Днепром. Пойдем? Нет. Истерика началась. Я не пойду. Ну пойдем хотя бы посмотрим. Пойдем, пойдем, не бойся. Ну, такое, страх. Я высоты боюсь. Чтоб сердце у меня стало, я не хочу. Ты никогда не задумывалась, почему ты этого боишься? Как, после чего? После того, как вилочка разбилась. Женя мне по секрету рассказала, что она стала свидетельницей суицида. Эй! Ну что это такое, а? Изверги. Боже, какая красота, какой вид. Я боюсь. Здравствуйте. Проходите, да? Нет. Это было страшно даже посмотреть. Дети катаются. Боже. Мы только с 16 меньше, вообще маленькие совсем ребенок. Ты слышишь, это даже маленькие дети. Я даже не подойду. Извиняйте, но я не хочу. Я боюсь. Не смогла себя перебороть. Домой хочу. Это было ужасно. Если бы Женя переборола бы свой страх, ей стало бы жить легче. Другий день добіг кінця. І панянка, і селянка стомлені та роздратовані не на жарт.
Пережити сьогоднішні емоції їм допоможе тільки цілющий і спокійний сон. Третій і останній день реаліті експерименту «Панянка-селянка» настав. Невиспана панночка прокидається, ще й на світ не зазоріло. Прокидайся, Сонько. У селі всі один одному допомагають, тож допоможи моєму батькові. А наостанок проведи гарний час з моєю родиною та друзями. Ну, це я можу, звісно. Зарано ще про вечір думати. Батько Жені потребує допомоги, тож поспіши. Здравствуйте. Вам задача. Да. Почистить. Кроликов? Вот этой клетки. Там еще две клетки. Кроликов или клетки? Ну, в клетках. Девочка нормальная, только на ней надо заниматься. А ей видно, что она к работе не приспособлена. Я довольно-таки неплохо отнеслась к тому заданию. Я хотела помочь кроликам. Попереду найцікавіше. Чи впоралася панянка з кролями? Як селянка на шопінгу передувала? Я в ньому не пойду, але воно мені не нравиться. Все. Пахуче завдання для Марійки. Кошмар, що це за туалети? Я не ожидав. Неочікувана реакція на казкове перевтілення. Я испугалася, я розстроїлася за свої волоси. Та як запалювали дівчата в останні вечори у нових життях. Шквал емоцій тільки на ТЕТ. На Харківщині Марійка випустила кролів та починає генеральне прибирання. Блін, що це за какашки? Це какашки все? Я спочатку вбираю лопатки, думаю, це горох якийсь там лежить. Фу, які гадості! Тут блохи. Я думала, кролики – це чисте создання. Я думала, вони тільки плодяться, а вони ще блохасті. Фу, вообще гадость. Я ожидала, что за маленькие кролики так много гадят. Друг, стой, да подожди. Вот, блин, как это нереально делать, их кролей поймать. Эй, стоп. Стопе. Один есть. Вон один, да? Где кроль? І попід тином шукала, і під клітками, і в сіні. Одне кролиня, мов, крізь землю провалилось. Може, в рукаві запасного знайдеш? Його не було нігде. Віктор! Іду! Що случилось? Збіжав кроль. Я всю життя займався кроліками, кролики всі були на місці. Нету. Ні? А що ж, мабуть, збіжав. Куда? Куда? Я не знаю, ты же работала, а не я. Мне было жутко неудобно перед отцом Жени. Она не очень серьезная. Самі клопоти від такої помічниці. У столиці Женя добренько виспалася і усі вчорашні турботи забула. Новий день, нові враження. Доброго ранку. На тебе чекає шопінг з моєю подружкою. І одразу біжи в салон. Мій стиліст зробить з тебе справжню красуню. Після цього ти будеш готова до найважливішого для мене заходу. Твій бюджет на сьогодні 10 тисяч гривень. От це стопочка. З повними кишенями панських грошей Женя направляється до шикарного магазину. Привіт. Привіт. Мене звати Наташа. Я Женя. Та Женя, дуже приємно. Я прийшла сюди, щоб допомогти тобі вибрати якийсь красивий лук. Я вчора перенервничала, мені було плохо, пропав голос. Покажи, що тобі подобається, що би ти одягла на якесь событие. Я не спец по вибору одежди. Женя себе недооцінює. Вона, в принципі, симпатична, красива дівчина, просто не сидить за собою. Реально. Ну, интересно, почему. Ну, цена нормальная, в принципе, хорошая. Ого. Отличная цена. Ну, со скидкой 2000 тоже неплохо. А ну. Повесила назад. Слушай, на цены не смотри. Красота требует жертвы денег. А вот такое платье тебе как? Тут даже есть пояс, которым можно подчеркнуть талию. Надеюсь, мы ее найдем. Оно у меня есть. Ну все. Не вешу 150 килограмм или 200. Я хотела ее просто послать. А вот такое платье мы не хотим посмотреть? Смотри. Смущаюсь. Бабская, да? Да, такое. На силу догодивши вередливій селянці,
Девчатка заходят у примерочную. Ты сразу постройнела вообще. Вдохни. Вот купи себе такой пояс и будешь худеть по нему. Каждый раз затягивать. Постоянно мне говорила о том, что мне надо похудать. Меня это взбесило, я не хотела ее видеть. Я в нем не пойду, но оно мне не нравится. Все. Тебе нравится, как ты в нем выглядишь? Мне нравится. Да? Ну все, ну платье ж не виновата тут. Проблема в целом. Ей нужно полюбить себя. Вишуканий образ для останнього вечора в розкішному житті вибрано. Тепер на Женю чекають майстри краси у салоні. Євгенія, здравствуйте. Проходите в зал, пожалуйста. Я не хочу обрізати волосы. Я хочу їх отрастити. Якщо ми будемо відталкуватися тільки від наличия длини, боюсь, що це зря потрачене наше время. Делайте, як вам виднее. Спасибо. Поки в Києві над Женею починають кружляти ножиці та пензлики, в Ізюмі Машу чекає брудна, проте конче необхідна справа. Маша, ну от смотри, надо зробити ремонт в нашій віп-кімнаті. Ага. Посривати ці обої. Да. Старі. Взяти потім от нові обої. Молоток от. Угу. Гвоздь, і поперебивати просто обої. Ну хорошо, давай. Зачем клеїти обої в якомусь почти розвалившемся сарайчику, якщо можна зробити новий туалет? Ой, фу, дыра какая сплошная. Это мужик в доме есть, а молотком гвозди прибивать я должна. Ой, фу, какой жук тут. Боже, и что, вот это мне все надо будет подклеить? Весь туалет, я понимаю. Может, тогда уже лучше ковры повесить? Дерьмовое задание. Туалеты обдирать, ну, по-моему, это не женская работа. По-моему, так даже без обоев лучше, как бы, проветривание. Короче, я сделаю дизайнерский ремонт. Я с детства мечтала быть дизайнером интерьера, но вот у меня такая возможность и появилась. Мне кажется, доска сейчас отлетит с этими гвоздями. И гвозди же, наверное, такие же мне специально отдали, что вообще забьешь. Я боялась, что я сейчас отобью все пальцы. Кошмар, что это за туалеты? От такої. Мало тільки шпалери підклеїти, а тепер чи не новий туалет будувати треба. Сережа, ти де? Ну що ти тут наділила? Я от подумала, що... О, да, це, звісно, провал. Я думав, да, що вона як би поприбиває хоча б не все, ну половину точно, що повністю всю обої, ну не кусочками, як поприбивала. Зачем обої взагалі в туалеті? Зачем обої? Ну, щоб ці дірки заділити, щоб не видно було. Со стороны, что ты там делаешь? Сидишь, ты там стоишь. Надо было хотя бы ниже поприбивать, чтобы... Я поняла, что я скучаю со своей ванной комнатой. Насколько она хороша. У Києві майстри працювали 5 годин поспіль, аби догодити вредливій селяночці. Офігеть. Я испугалася. Я расстроилась за свои волосы. И сколько вы мне тут дадите лет? Я себе лет 30 так дам. Образ получился очень лаконичный, при этом он получился очень такой выдержанный. Я что-то представляла другое, но все равно красиво. Я привыкну, наверное. Женя звикає до нового образу та граційно прямує на свою останню вечірку у великому місті. Привет! Такая красотка. Классно! Да. Что, правда? Тебе нравится или нет? Я еще не привыкла. Кто больше всего, не знаю, запомнилось? С вами знакомство. Так приятно. Давай за это и выпьем. Мне домой хочется только из-за того, что там дети. Я за ними соскучилась. Со мной столько всего произошло, и как-то даже как-то страшно домой ехать. Привыкла. Как у нас будет отношение с мужем после этого? Ну, я тебе хочу сказать, что, мне кажется, он наоборот еще больше тебя будет любить. Подарок тебя ждет, все понял. Ты дождешься от него. Я бы посоветовала, конечно, мужу ее быть немножко добрее. А шопинг ты делала? Сегодня. Сегодня? Да. Как тебе? На рынке такие же вещи, как и в магазинах, только дешевле можно. Нашла у Маши плащ. У меня такой плащ есть, как у нее, только розовый. Купила в магазине, все по 30 гривен. Машка, теперь знаем, где скупляется. А говорит нам Гуччи, Гуччи, Гуси.
Когда Маша вернется, мы обязательно с Полиной узнаем, где она взяла эту сумочку. Наша платить больше. А ты, наверное, знаешь, чем Маша занимается, да? Поет она. Да. Да. Певица. Может, споем сейчас как раз ее песню одну? Нет, своим голосом. Ты Но что? Ты мне будешь Нет. помогать. Я на Лену засмотрелась, а и сама решила запеть. У нас тебе подарочки. Мы хотим, чтобы, ну, как-то приятно тебе сделать. А это тебе. Там духи, да? И, ну, женские штучки. Спасибо большое. Очень приятно было. Я же задумалась, вот блин, а чё ж я ничего не привезла? Мне очень рада с тобой познакомиться были. Так Мне что? Тоже было приятно. Желаю я буду тебе. Скучать. Мы будем скучать, ты напиши все время. Простые девочки. Мне с ними приятно было общаться, и я надеюсь, общение это продлится надолго. А в Ізюмі річка тече, багаття потріскує, сосисочки смажаться. Паняночка приходить на пікнік, який влаштували друзі Жені. Які були твої перші впечатлення, коли ти тільки сюди приїхала? Я думала, що буде легше. Я думала, що я зі всім справлюсь легко і швидко. Було абсолютно не так. Ти взагалі б змогла бросити всю свою кар'єру, жити в Києві і приїхати сюди, ні? Вот я люблю то, что я делаю в Киеве, и я бы не смогла это сделать. Маша смогла бы тут жить, если бы нашла себе какого-нибудь богатого мажора. Ура, сосиски! Ой, какие черные! Смотри, черные сосиски, как вчера пицца. Что ты тут дома привыкла кушать? Я как бы мясо не очень люблю, вот, я ем рыбу. Она говорила, что не ест мясо, ну, у нас тут уплетала за две щеки сосиску. До ночі гучна компанія сиділа та веселилась. А як сонечко сховалось, панянка вирішила трохи освіжитись. Знаєш, у нас традиція така, вечором купатися голишом. Ти як на це смотриш? Голишом? Боюсь, постесняюсь. Хоча, як правило, з незнайомим менше страшно, ніж з знайомим. Останній вечір можна і подуреть. Когда она сняла с себя купальник, я обалдел. Я не думал, что она согласится, я на самом деле пошутил. Блин, где вы ходите? Капец, ночь на дворе. Мне было очень весело, но я хочу домой. Я хотел бы с Машей продолжить общение, но жаль, что она уезжает. За эти три дня я поняла, что жить в маленьком городке такого типа довольно-таки нелегко. Мало развлечений, конечно же, и мало движения. Триденний реаліті-експеримент з присмаком романтики та екстриму добіг кінця. Кількість нових вражень та пережитих емоцій в чужому житті дівчатам не перерахувати. Але усе має свій початок і кінець. Тож, як закінчиться ця історія, дивіться просто зараз. Привіт! Привіт! Я Маша. Я Женя. Я не задумала, що прийде якась фіфа, прийшла хороша дівчинка. За знайомство? За знайомство, давай. Женя самоуверенная. Ну, рассказывай, как тебе быть мною? В принципе, мне понравилось. Как тебе мой тренер? Ой, тренер посоветовал мне бегать. Что ты будешь кушать? Я у нас не буду такое, которое... Макароны точно есть не буду. Надо себя перебороть. Надо. Я не увидела в ней особого энтузиазма. У тебя очень добрые дети, очень красивые. С ними общаться, с ними жить в одном доме – одно удовольствие. Я знала, что дети к ней отнесутся нормально, а как она к ним отнесется, я не знала. Поэтому переживала. Когда мы готовили пиццу, я спросила, были ли они на море. Они сказали, что да. Но, как позже оказалось, это было совсем не море, а водохранилище. И как-то стоит чуть-чуть там отложить и поехать всей семьей и запомнить это на всю жизнь, надолго, вот так вот вырваться. Я поеду на море с детьми. Я добьюсь. Нужно не меньше тратить, а больше зарабатывать. Как тебе вообще моя жизнь? Слушай, ну тебе нелегко. Она там у меня дома, ей было тяжело. Мне было у нее тяжело. Мы квиты. А у меня для тебя есть небольшой сюрприз. Я надеюсь, что он тебя заставит улыбнуться. Молодой человек, можно? Можно открывать? Открывай.
Это тебе плюшевую. Спасибо. Мне очень было приятно. Это мечта моя, это слабость моя. Давай за сюрприз. Спасибо большое. Давай за тебя, чтобы у тебя все получилось. Мне было бы интересно дальше с ней общаться, посмотреть, какие выводы она сделала, как она поменялась. Я думаю, мы будем продолжать общение.